Добрый вечер, Эрефтов. Сегодня мы прочитаем и разберем небольшую учебную новость, которая написана на легком иврите. Это новость от 19 декабря 2018 года. Я сначала зачитаю все предложение, то есть всю новость, и потом мы разберем каждое слово. Арцот Абрит модиа, шеги моция это хаялим шела ми Сурия. Арцот Абрит. Словосочетание, устойчивое словосочетание. Давайте поймем, из каких слов оно состоит. Первое слово – это слово в единственном числе, если бы мы его встретили, мы бы прочитали его как «арец». «Арец» – это страна или земля. Во множественном числе, в смехуте, в сопряжении, мы произносим его как «арцот». И дальше идет слово «абрит». Что такое «брит»? Это «союз». То есть дословно у нас получилось «страны союза» или «земли союза». А по смыслу «Соединенные Штаты». Так на иврите назвали «Соединенные Штаты». «Арцот абрит». «Модиа». Вспоминаем, что такое в форме мужского рода в единственном числе. «Модиа» сообщает, тот же корень, что в слове, например, «йодеа». «Йодеа» знает, а «модиа» сообщает. В форме женского рода сообщает. «Гей» мы еще добавили, получилось «модиа». Теперь вам напоминаю, что все названия стран, неважно, как звучит это слово, в данном случае это множественное число, «арцот абрит», «страны союза», все названия стран в иврите – это слова женского рода. То есть «Исраэль» – женского рода, «арцот абрит» – женского рода, «Филиппиним» – женского рода. И, соответственно, мы глагол тоже ставим в форме женского рода «сообщает». Если бы мы хотели сказать, например, «Соединенные Штаты красивые», мы бы сказали «арцот абрит яфа». Если бы мы хотели сказать «Соединенные Штаты большие», мы бы сказали «арцот абрит гдоля». Идем дальше. Итак, у нас получилось «Соединенные Штаты сообщают». «Шейги», что она дословно, потому что мы сказали все названия стран женского рода. То есть по смыслу получается сообщают, Соединенные Штаты сообщают, что они, а дословно мы переводим Соединенные Штаты сообщает, что она. Название страны женского рода. Моциа, это слово женского рода, глагол в настоящее время женского рода. В форме мужского рода моци, что означает моци. Тот же корень, что в слове «йоце». «Йоце» – это «выходит», «выезжает». А «моци» – глагол «эфиль» – мы переведем его как «вынимает», «вытаскивает», «выводит», делая так, чтобы кто-то или что-то попало наружу, «выставляет». И у нас получилось «моциа» по смыслу как «выводит». Это хаялим шила, своих солдат. Дословно, солдат ее. Потому что название стран женского рода любой страны, в том числе Соединенные Штаты. Еще раз я это говорю, потому что это важно. Ми Сурия, из Сирии. Сирия на иврите, Сурия. У нас получилось, Соединенные Штаты сообщают, что они выводят своих солдат из Сирии. Я надеюсь, что это было несложно и понятно. Если вам понравилось, не забывайте поставить лайк. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Литраут. До свидания.